Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет реальное вождение на Android. Очень много подписчиков мне писало, чтобы я заснял обзор на эту игру, и вот наконец-то я дошел до нее и сейчас буду снимать на нее обзор. Я вообще, если честно, не понимаю, как я мог ее пропустить. Все-таки она новая вышла в этом году, и я ее не заснял первый. Объясняется это тем, что я немножечко путал ее с другой игрой и думал, а зачем на нее записывать обзор, уже и так очень много обзоров на эту игру, думаю, не буду. Ну вот, вчера мне подписчик скинул ссылочку на нее, я захожу и понимаю, что это не та игра, о которой я думал, и думаю, как так? И вот, ребята, я записываю на нее обзорчик по вашим просьбам. Спасибо, что напомнили, что есть такая вот игрушка. Ну что, графика у нас, конечно же, прикольная. И тут мы будем с вами учиться водить. Да, как видите, у нас стрелочки. Я сейчас по стрелочкам буду ездить и как бы учиться водить. Так, я вообще не в ту полосу стал. Останавливаемся здесь. Давайте повернем камеру, посмотрите, как это все выглядит. Очень круто. Так, все, зеленый свет. Едем. Пропускаем встречные машины, которые едут. И даем газку и поворачиваем. Все нормально, вроде ездить умею. Так, вот, вронг, блинкер, да, я знаю. Так, здесь что? Ай-яй-яй-яй, все, мы прошли. Есть также режим свободная езда, где ты просто-напросто катаешься, да, без каких-либо ограничений, можешь по правилам кататься, можешь нет. В общем, там совсем не важно, как ты будешь ездить, главное, катайся. Так, желтый свет, все, 100 км в час. Так, это все понятно. Чего у меня педалька газа? Чего не газуется? Вот оно. А, здесь газ вот такой вот. А я вот здесь сюда нажимаю, думаю, что не едет. Вот так вот надо. Я думаю, что он медленный. Все нормально. Так, без... Ой-ой-ой. Хорошо, зеленая загорелась. Нормальненько. Но мне надо было все-таки выбирать свободный режим. Мне кажется, что мы делаем с вами, а? Надо было нормально все проходить, да? Пиум. Но мы снимаем обзор, а как иначе, если не вот так вот, да? Так, мне кажется, нужно и этот уровень пройти, все нормально. Не надо бездельничать, так сказать, и прокатимся с видом от первого лица. Что мне тут не понравилось, это вид от первого лица. Графика у нас вообще, по сути-то, стоит высокая, но в салоне все сделано, ну, не так уж и прям классно, я бы сказал бы, да? Ну, вы все видите сами, но думаю, что... Это никому не мешает. Так, едем нормально по правилам. Так, лучше вот такую камеру поставим, мне так более-менее нормально. Все, сейчас я с этого момента еду нормально по правилам. Никаких спешек, ничего, буду аккуратненько, потихонечку ехать, соблюдать все правила дорожного движения. Никаких нарушений я постараюсь не делать. Так, что-то красное было, блин, чё так здесь, я думаю, можно чуть-чуть дать газ. Так, притормаживаем. Поворотненько включаем направо и аккуратненько. Это что, мои следы остались? Да, посмотрите, мои следы остались. Так, и тут мы припарковываемся, да? А что, ну да, тебе туда припарковаться, что ли? Ну, такой принципиальный, ё-моё. Давай, вот сюда я тебе встану, давай. Вот, пойдет так? Все, пойдет. Уровень пройден. Следующий. Пристегиваем ремень. Здесь нам показывают, что какие вообще надо включать... Поворотники, но это мы знаем, какие надо поворотники включать. Все, и что? Дрифтеть надо? А, нет, вот туда надо ехать. Здесь зеленый горит, и все, выехали на эту дорогу. Отличненько. Так. Вообще на эту полосу надо, да? Но перед построением на другую полосу нужно включать поворотник. Правильно? Правильно. У нас имеется также аварийка. Имеется круиз-контроль, имеется свет фар, вот так это все выглядит, когда ты включаешь фары. Так, едем, да? Есть у нас заправочки различные, ну, в общем, имеется все, что нужно для реального вождения. Тут ты точно научишься водить в школу, поэтому аккуратненько, спокойненько водите. Прикольная игра, почему бы и нет. Графика радует, физика радует, история вот этих всяких прохождений тоже радует. Я про сюжеты, про режимы игры говорю. В общем, интересненько, поэтому думаю, те, кто не видел эту игру и не играл в эту игру, по-любому скачают и будут играть. А также, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Фух. Так,
Давай. Вун. Давай быстрее гори. Ё-моё, на красный свет поехал. Ну, раз уже начали ехать, чё бы и не поехать, да? А теперь давайте не будем ездить по правилам и просто прокатимся нормально на высокой скорости по этой карте. Просто посмотрим, как она вообще набирает скорость, как она заходит в повороты. Эта машина, включим аварийку, типа мы сломались. Так, и едем быстрее домой. Вот, ну, выглядит это очень круто. Новый уровень пройден, да. Потому что мы с вами не делали все как надо. Как видите, сразу будут у вас исчезать деньги, будут сразу появляться эти красные надписи, когда ты будешь неправильно водить машину. Поэтому, ребята, перед тем, как скачать эту игру, вы поймите, что вы хотите. Карьеру? Чтобы научиться ездить, ну даже хотя бы в игре. Либо же просто кататься. Чтобы просто кататься, вам нужен просто режим свободная езда. Вот он сейчас перед вами, и тут никаких ограничений нету, никаких красных надписей, никакие минусы денег, просто ты катаешься и все. Поэтому не рушьте себе карьеру в начале, играть вот в свободной езде, если ты хочешь просто вот так вот покататься, как я, и чтобы ты не думал, ой, я неправильно еду, я не так обогнал. Ну, как в GTA 5, знаете, да? Многие наверняка ездят там без правил. Ну, на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.